Друзья, вы слушаете новую музыкальную поэтическую композицию «Экспромт». Есть замечательная поэтесса Лариса Рубанская. Композиция называется «Кто сказал, что любовь юную только?» Музыка исполняется самого Романовича из цикла «Шаша». Кто сказал, что любовь юная только? Кто сказал, что мира свет? Почему для него настолько, а для тех, кому сам уже нет? Ну и что, что мы с ней повелели? Ну и пусть морщит у глаз, мы последние есть ничего. Что любовь юна только. Стихи Ларисы Рубанской.